В Калининском районном суде вынесли приговор 46-летнему анестезиологу. Врач надругался над собственной 5-летней дочерью. Об инциденте узнала мать ребенка, и отца педофила посадили на скамью подсудимых. Подробнее у Ксении Бобылевой. Дмитрий Долгов на скамье подсудимых оказался после того, как на теле 5-летней дочери мать увидела телесные повреждения. Бывшая супруга врача тут же сообщила обо всем в правоохранительные органы. Те начали проверку и вскрылись шокирующие факты. Долгов на протяжении довольно-таки большого периода времени совершал насильственные действия сексуального характера в отношении своей малолетней дочери. Вот, известно об этом стало от бывшей супруги подсудимого. Несмотря на то, что и следствие, и судебная коллегия нашли достаточно доказательств вины подсудимого, мужчина себя виновным не признал. Он уверяет, его оговорили. Справедливость не оскорбляет полового сообщения. Вы с приговором не согласны, да? Нет. Если я ничего не делал, как я могу согласиться? Считаете, что вас оговорили? Однако бывшая супруга объяснила, оговаривать Дмитрия у нее не было смысла. Якобы совместно нажитого имущества у них нет, поэтому и делить после развода нечего. Нелегко пришлось ребенку. 5-летняя девочка некоторое время наблюдалась у специалистов. В сегодняшний день ребенок ничего не забыл. Отпечаток все-таки есть. Все равно замкнулся ребенок, да. То есть в развитии как-то стало отставание. Суд Калининского района приговорил Дмитрия Долгова к 14 годам строгого режима. После освобождения мужчине на протяжении 10 лет нельзя будет работать в лечебном учреждении. Ксения Бобылева, Владимир Котегов, 31 канал.